В Кировском суде Ярославля начали оглашать приговор бывшему заместителю мэра Ярославля Евгению Розанову. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере. Речь идет о миллионе рублей за содействие в продлении договора об аренде земельного участка. Свою вину Розанов, как и прежде, не признает. Вместе с бывшим заместителем мэра по этому же делу проходит экс-директор департамента организации строительства Владимир Евдокимов, бывший начальник управления земельных ресурсов Борис Бураков и ярославский предприниматель Михаил Соловьев, который по версии следствия выступал взяткодателем. Свой приговор двое из них, Бураков и Соловьев, уже услышали. Оба они признаны виновными. Евгений Розанов вердикт услышит завтра.